В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Участниками первенства стали 227 спортсменов из 55 регионов страны. Атлеты разыграли медали в 10 весовых категориях. В группе до 77 килограммов борец, представляющий Московскую область и Калмыкию, Равдан Джуджинов, завоевал бронзовую медаль и вошел в состав сборной России. Равдан тренируется под руководством заслуженного мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Суворова и старшего тренера РШОР по борьбе имени Балдашинова Виктора Бактаева.